Друзья, всем привет! Вы на канале FieldTime, с вами, как всегда, Станислав. И давненько у нас не было на обзорах часов от микробренда Phoebus. А сегодня я как раз исправлю это недоразумение, потому что в мой интернет-магазин FieldTime в Украине приехало новое поступление Phoebus, среди которого самая новая модель Argo. Argo — это название судна, которое взято из древнегреческой мифологии. Именно на этом корабле Ясон и его команда аргонавтов отправились в длинное и опасное путешествие за золотым руном. Вы знаете, я хочу сказать, что Phoebus для меня на сегодня, наверное, один из самых лучших микробрендов в стоимости до $500. Во-первых, это свои индивидуальные дизайны. Во-вторых, качество с каждым годом стабильно улучшается, при том, что цены-то особо не повышаются. Модель Phoebus Argo вышла в 5 расцветках циферблатов. По сложившейся традиции я покажу вам детально часы на примере одной модели, но в течение обзора мы обязательно детально посмотрим все типы циферблатов и все я померяю на свою руку. Поэтому давайте ближе к делу и переходить непосредственно к часам. Давайте начнем с того, что, как мне кажется, в этой модели Phoebus будто стремились сделать часы, похожие на часы от микробренда Zealous. У Zealous достаточно грубые, резкие корпуса, и здесь у нас ровно та же история. Плюс на мысль о сходстве с Zealous меня наводит вот этот малозаметный многоугольный элемент между стеклом и безелем. В общем, такое мое восприятие. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если увидели что-то подобное. Кстати, вот эта модель Zealous в идеальном состоянии от моего подписчика еще в продаже. За деталями пишите в Telegram, ссылку на которую оставлю в описании к этому ролику. Конечно, от Phoebus Argo мы скорее ожидаем в плане стиля повседневные дайверы. В общем-то, бренд нашел свое лицо и давит в одну точку. Как я сказал ранее, корпус достаточно брутальный, угловатый, полностью сатинирован. Качество отделки здесь отличное. Не знаю, как вам, а для меня от часов веет некоторым винтажом. Головка достаточно удобная, завинчивается для лучшей герметичности, а водозащита в часах 200 метров. В них можно заниматься дайвингом. Головка с зеркальной полировкой и микрологотипом осьминога. Безель керамический на 120 кликов против часовой стрелки. Хват удобный, щелчки очень уверенные, ход приятный. Давайте послушаем. Заднюю крышку, как всегда, украсили дорогой и глубокой гравировкой логотипа бренда. Это осьминог. Давайте снимем размеры. Диаметр корпуса 45 мм, от ушка до ушка 48 мм, толщина 12,5 мм, вес 177 грамм на полном браслете. Часы достаточно увесистые, в целом прекрасно сидят на моей худой руке, 18 сантиметров в обхвате, но вообще ушки здесь прямые и потенциал, конечно, на более широкую кисть. То есть, как мне кажется, на руке более крупной часы будут смотреться лучше. Вот сейчас, кстати, заметил, что ушки граненые в несколько слоев и с сложными переходами. Это вот такие мелочи, из которых уже собираются дорогие часы. Маленькие нюансы, но очень приятно такое видеть. Браслет сделан круто. Ну, во-первых, свой дизайн, прекрасное качество отделки за свои деньги. Сатинирование по большей степени. Здесь есть полоска зеркальной полировки по бокам, что достаточно необычное решение. Объемный, очень мягкий шелковый браслет на винтах, что также однозначно плюс. И, конечно же, порадует обновленная застежка-хлопушка, полностью летая. Плюс здесь такое классное, дорогое дайверское расширение. Единственное, что хотелось бы, систему быстрой замены, тем более, что Phoebus понемногу начали ее внедрять в новых моделях, но, к сожалению, ее здесь нет. Характеристики у Phoebus всегда практически неизменные. Водозащита 200 метров, на борту ожидаема для этого бюджета японская механика SATA под заводом Seiko NH35A, сапфировое стекло с тремя слоями антиблика, 15 слоев швейцарской суперлюминова на стрелках, метках и на безеле. На самом деле это, как мне кажется, максимум по характеристикам, который в принципе может быть в часах за такую стоимость. То есть
Выше этой планки скакнуть сложно. Циферблат часов максимально простой и приятный. Дорогой градиент основной пластины в текстуре солнечные лучи. Брутальные накладные метки часов, достаточно крупные здесь и стрелки. Все это создает прекрасный объем, да и читаемость здесь на высоте. Очень ненавязчиво расположили логотип в верхней части и парочку характеристик в нижней. Апертура даты у отметки 3 часов. Читаемость серебристого циферблата, как мне кажется, еще лучше. Здесь просто шикарный контраст цветов. Очень влияет на читаемость жирно выделенные стрелки и метки часов. Однозначно этот цвет мне также очень нравится. У синего циферблата читаемость плюс-минус как у бордо. Здесь такой нежный цвет морской волны. Собственно-то синий один из самых популярных цветов много лет. И эта тенденция особо не меняется. Конечно же, не обошлось без новой моды на желтый цвет. И как мне кажется, что в 2025 году он вполне может стать трендовым. Здесь все сделано по принципу, как в серебристом циферблате. Черная окантовка, лакированные стрелки, читаемость шикарная, да и цвет хоть и на любителя, но смотрится очень здорово. Новинки Phoebus Argon не стали делать классический черный циферблат, сделали серый градиент. Наверное, это самый привычный цвет из пятерки. Что здесь необычно, так это то, что стрелки и метки, за исключением оранжевой минутной, с белой окантовкой. И она не сразу заметна, поэтому может создаваться ощущение, что это монолитные белые элементы, но на самом деле с лакированными берегами. Что я хочу сказать по итогу? Давайте начнем с цен. На сегодня в моем интернет-магазине Filtime в Украине стоимость каждого цвета 15 800 гривен, что по курсу эквивалентно примерно $380. И как я уже упоминал ранее, Phoebus для меня, наверное, один из лучших микробрендов, который предлагает топовые часы в стоимости до $500. А здесь у нас индивидуальный дизайн, у нас классное качество отделки и детализация, у нас действительно красивые циферблаты, у нас топовые характеристики. По характеристикам еще раз скажу, что за эту стоимость предложить вам большие характеристики, ну, наверное, просто нереально. Поэтому, если сравнивать подобные часы с теми же швейцарцами и японцами в этом ценовом сегменте, то однозначно вторые будут сильно проигрывать. Если сравнивать с другими микробрендами, то многие микробренды также проиграют Phoebus в своем качестве и индивидуальности. Поэтому мои выводы по поводу Phoebus всегда плюс-минус похожие, потому что ребята не сильно часто выпускают новинки, но если что-то выходит, то выходит действительно толковое. А купить оригинальные часы Phoebus с официальной гарантией 2 года от официального дилера в Украине вы можете в моем интернет-магазине Filtime в Украине, и можно использовать оплату частями от Privat Monobanka без переплат до 6 месяцев. Ссылки на часы оставляю в описании к этому ролику и также оставлю ссылки на свой личный телеграм, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Я надеюсь, что вы откомментируете этот ролик, что у вас есть свое мнение по поводу этих часов. Я надеюсь, что вы поблагодарите меня лайками за работу, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. А на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока!